Всем привет, я Юрий Шатохин. Сегодня обзор программы Анчики, которая не позволит установить на ваш компьютер нежелательное ПО, такое как тулбары, изменить стартовую страницу вашего браузера, различные поисковые. То есть, когда вы устанавливаете какую-то программу и не заметили, что нужно убрать в расширенных настройках какие-то галочки, чтобы не установилось дополнительное ПО, эта программа сама сделает за вас. Даже когда отсутствует выбор, то есть снятие этих галочек, эта программа все равно увидит и покажет вам, с чего она сняла, и спросит, нужно или нет. Ссылку на anchiki.com, на этот сайт, откуда вы можете скачать, нажав на эту кнопку, я дам, как обычно, в описании под своим видео. Итак, этот файл у меня скачан. Я запускаю, и видите, что здесь по умолчанию русский язык. Программа совершенно бесплатная и на русском. Больше настроек нам показывает, в какую папку будет установлена. Установить. Готово. У меня сработал антивирус, и он заблокировал файл host, когда видит в этом необходимость. Так как программа на бета-тестировании, некоторые антивирусы гавкают на нее, к примеру, Norton. Нигде ни в трее, ни на рабочем столе нет ярлыков. Ярлык есть только впуск программы. Там я вам сейчас покажу. Но сначала продемонстрирую. Я скачал программу Everest, портабельная версия, бесплатная, которая, если вы без этой программы будете устанавливать, в наглую установит вам определенное количество нежелательного ПО. Итак, берем и устанавливаем. Вот Everest Portable спрашивает, разрешить, я ему разрешаю. И сейчас ждем результата. Итак, видим, что Anchiki спрашивает выход в интернет, мы разрешаем. И еще раз спрашивает, разрешаем двум модулям. И здесь она нам показывает, эта программа, что она сняла галочку «Установить браузер интернет от Mail.ru». И сняла галочку на установку тулбара, GUARD и стартовой страницы и поиска Mail.ru. То есть она сняла здесь с четырех позиций, которые в наглую установились бы у вас. То есть галочки сняты. Если вам вдруг захочется, чтобы Webalta, которая, к примеру, в другой программе захочется установиться, вы галочку поставите, и она вам установится. А так программа снимает автоматом. Итак, можно сразу запустить программу. Я ее сохраняю на рабочий стол. Показываю рабочий стол. Сохранить. И вот теперь она извлекается из архива. Сохраняется и не устанавливается то нежелательное ПО, которое могло установиться. Извлекаем. И вот она, программа Everest без нежелательного ПО. Хотя выбора, кроме вот этой вот программы Anchiki, не было. И, к примеру, я нажимаю на датчик и вижу все температуры, для чего я Everest и запускал. Итак, это была демонстрация этой программы. И теперь смотрим пуск программы и Anchiki. И ее можно удалить или просто запустить. Можно запустить именно здесь. Если вам программа не нужна, если вы хотите много всяких разных тулбаров, всяких Mail.ru, вы ее приостанавливаете. И можете потом опять возобновить. Эта программа, тут написано, нацелена на то, чтобы не допустить установку нежелательного программного обеспечения на ваш компьютер. Служба Anchiki запущена. О программе. Это программа бета, версия 0.1.6. Итак, я думаю, очень даже интересная программа, которая нам поможет в том, чтобы не устанавливалось нежелательное ПО. Учитывая о том, что хакеры знают о том, что такая программа появилась, они будут пытаться изменять алгоритмы внедрения на наш компьютер всего этого нежелательного ПО, но и Anchiki тоже совершенствуется и автоматически обновляет свою версию. Если
Вот, к примеру, мы приостановили, здесь написано, что служба Unchicky приостановлена, служба возобновит работу после перезапуска системы. То есть она, когда вы перезагрузите компьютер, автоматически запустится. И когда вы будете устанавливать какие-либо программы, она снимет галочки с нежелательного ПО. На этом все. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. До свидания.